Евросоюз ожидает от России немедленного предоставления медицинской помощи Олегу Сенцову. Речь об этом идет в заявлении, размещенном на сайте Европейской внешнеполитической службы. В своем обращении европейцы также призывают Москву освободить всех незаконно задержанных граждан Украины. Я напомню, в 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации теракта. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.